привычный мир, он погиб. На что вы пойдете, чтобы вернуть его? Шепард начал войну, но только мы знаем всю правду. Николай, мы должны вытащить Соупа. Да, я знаю куда. Какова ситуация по Нью-Йорку? Русские глушилки лишили нас воздушной поддержки. Это неравный бой, пока они господствуют в воздухе. Мы не можем потерять Нью-Йорк. Есть ли там свободные войска спецназначения? Беннетфилд находится команда спецподразделения «Дельта». Позывной «Металл». «Металл 01» доступен на зеленом канале. Тут Сэндман. Похоже, мы в вашем оперативном подчинении. Прием. Рады вас видеть, Сэндман. Русские используют электронные средства для глушения нашей связи и систем наведения. Основной источник помех на крыше фондовой биржи. Ваша команда должна уничтожить его. Учтите, пока не уничтожите глушилку, связи не будет. Я дам транспорт, чтобы добраться до места. Отбой. Вас понял, будет сделано. Мы должны действовать прямо сейчас!
господин Гринч. Без балды. Не спускайте глаз биржи! Слева, прямо по курсу! Сигналы здесь. Фрост, за мной. Принято. Продолжаем движение! Переулки за дверью. Фрост, кинь световую. По этой дороге мы вернемся на Уолл-стрит. Генератор помех рядом. Внимание на окна и двери. Особое внимание на тени. Стойте, тихо! Стрелки в магазине под нами. Вырубите их. Атак! Мемориал на севере! Противник в мемориальном...
закрепимся в фойе, пока вы будете в торговом зале. Вас понял, Металл, пошли. Ебаный в рот, так как так-то, а? Вот наш транспорт!
порта окружены русскими военными кораблями. На штурм командного судна отправлена группа морских котиков. Следуйте в Нью-Йоркскую бухту для оказания помощи. Ваше сообщение принято. Металл 01, внимание. Видим вертолет противника в вашем воздушном пространстве. Вертолет противника на подходе! Все в порядке.